принимающим участие в открытом аукционе реестровый номер 05 ОА/10-5. Предмет аукциона – выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия дорог общего пользования в городе Бердск. Текущая цена шага аукциона – 56 575 рублей. Новое предложение о цене контракта равно 1 018 350 рублей. 1 018 350 рублей. Принимается предложение участника под номером 4 за контракт на сумму 961 775 рублей. Каждое новое предложение о цене контракта объявляется 3 раза и сопровождается ударами молотка. Предложения от участника по цене контракта, сделанные до 1-го удара молотка, фиксироваться не будут, и при этом данная цена перетаргивается. 1 254 870 рублей. Предложение о цене контракта отсутствует, снижается шаг аукциона. Цена контракта сделана участником под номером 4, общество с ограниченной ответственностью, дорожно-строительная передвижная механизированная колонна Веневская, на сумму 1 226 400 рублей.